Ну и всем привет, с вами Робин. И я думаю, у каждого любителя Лего возникал вопрос. Может быть взять креатор на детальки или на какие-то постройки, самоделки? Ну вот. И все-таки я решил попробовать. У меня креаторов в детстве было много. Вот. Так что я решил попробовать еще один креатор. Вот как он выглядит. Это у нас... Креатор под артикулом 31071. Возраст, 6-12 лет. Все понятно. Тут три будет инструкции, три в одном. Задняя сторона коробки это у нас. Ну, три модельки, как всегда. Но ничего не изменяется. Тут 109 деталей и цена розничная. Это у нас, по-моему, 499 рублей. Ну что ж, погнали смотреть. Ну и в коробочке, кроме вот самого вот этого вот наборчика, который я уже, конечно же, собрал, было еще три инструкции. Как всегда, ну, если вы не знакомы с креатором, то вы, наверное, не знаете. Я знаком, и, как всегда, тут три инструкции. Первая инструкция, это у нас был такой катер. Ну, такая себе постройка. Вторая постройка, это у нас основная, которая мне нравится больше всего в этом наборе. Ну, из нее и делались остальные постройки из этого количества деталей. И третья постройка, которая, ну, так сказать, вообще не очень. Это самолетик. Ладно, это самолетик, хорошо. И вот эта вот постройка. Давайте же на нее взглянем поподробнее. Ну и чуть не забыл, у меня 10 июля было ДР канала. Так что это еще один повод подписаться на мой канал и жмякнуть лойс. Поддержите, пожалуйста. У меня был ДР канал, и я, в общем, рад. Я продолжаю снимать обзорчики для вас. Погнали смотреть этот обзорчик. Ну и давайте же смотреть поподробнее. Из функций тут только открывание кабины, сразу говорю. Еще есть такие подфункции, но они такие себе. Вот смотрите, кабина открывается, кабина закрывается. Там есть рычажок для управления. Хорошо, кстати, что добавили, потому что могли бы и не делать. Вот, значит, сразу по недостаткам. Тут открытые пины, тут тоже открытые пины. И камера вообще не затайлена, потому что это плохо, это реально плохо. Что тут еще из недостатков? Кстати, плюс, это... крючок для аксессуара минифигурки, который, кстати, не идет в комплекте. Это очень плохо тоже. И вот эти вот ножки. Вот. Вот когда ставишь на полку, ты можешь взять и вот так вот сделать. Ну, точнее, вот ты ставишь. У меня просто сейчас на специальной поставке. Ты ставишь, и ножки перекашиваются. Это очень плохо. По плюсам. Полезные детальки. Тут полезная деталька... Вот, четыре такие детальки. Вот тут. Беленькие такие. Вот эта полезная деталька. Их две штуки. Ну и, в принципе, моделька получается красивая. Ну, вот посмотрите. Ну, это реально же красиво. Вот. Давайте я вам покажу общий вид ее. Ну, это же красиво. На полке будет смотреться очень хорошо. Я вам обещаю, потому что... это шикарно смотрится на полке. Ну и давайте же подводить итог. Стоит ли брать этот набор или нет? Ну и главный вопрос, волнующий вас, когда вы включили этот ролик и, наверное, захотели сразу услышать то, о чем сейчас я скажу. Этот набор стоит брать. Поверьте, вы не прогадаете, потому что этот набор стоит каких-то баснословных денег. Ну, 399 рублей за этот наборчик. Там отдать в детском мире вообще не жалко. Вы подумайте, вы можете сделать из этого наборчика мех, а если у вас уже имеется какая-нибудь база деталей, то вы просто натворите, таких клёвых мехов. Ну, это будет шикарно. Вот. Или же вы просто поставите его на полочку, вот в таком вот положении, летящем положении, и он будет смотреться просто бомбезно. Вот послушайте меня, он реально смотрится на полочке бомбезно. Это... может быть, один из лучших наборчиков по Creator за 2018 год. Они наняли хороших дизайнеров. Я думаю, эта серия будет процветать, потому что вы только вдумайтесь.
в 2012 году, да даже в 2014 году, они делали настолько откровенно плохие наборы, что люди просто не хотели их покупать. Но только ради деталей, конечно же. А тут есть хорошая постройка, которую не стыдно поставить на полочку. Да, у нее есть минусы в виде незатайленных пинов и плохих ножек, но это 399 рублей. Это креатор, и большего ждать нельзя. Так что я думаю, это суперский набор. Конечно, решать вам, но я вам всячески его советую. Так что подписывайтесь на канал, ставьте вот такие вот лайки. Ну и всем пока.